Гитару к жопу подсоединил свою, качку, да. Звук, как будто бы рокер 20 лет назад прошел. 3-4-5-0-D. Спасибо, брат, час. Я локальный бренд, но могу создать глобальный тренд. Тебе нужна реклама, я твой доктор, ты мой пациент. Свою аудиторию уважаю, я всегда рекламу хуеты не буду делать. Но за деньги, да, я так делаю всегда. И что в этом такого? Лучше меня ты не найдешь, ведь никого другого. Мои потоки хороши в любое время года. Кстати, после них я захожу на сайт LaModa. Нет, это не реклама. Ладно, обманул я даже этих торгашей. На полмульта прогнул. У тебя есть сервер GTA, иди сюда, братан. 228 тысяч в месяц, плати мне в карман. Здорово, уебан. Ой, то есть реклама, да, ты прорекламит твой сайт? Да не вопрос, приятель, если ты мне платишь деньги. Сейчас от этого послушаешь, это тут чамар на, ну, нарыгал здесь в микрофон, сейчас. То я делаю рекламу, тогда в моей жизни все идет по плану. Все идет по плану. Все, все идет по плану. Если платишь деньги, то я делаю рекламу. Все идет по плану. Жизнь это такая штука, временами сильно бьет, да так, что могут не помочь. Ни бинты, ни йод, и абсолютно не ебет, что ты там пишешь, уебаный, мол, ты на КС баране 30 тысяч проебал, твои претензии ко мне. Это белый шум, тебе не надо было ставки делать на бум. Я тут ни при чем, ага, это ты сам дебил, ты деньги проебал, а я с рекламы получил. Есть такая поговорка, без лоха и жизнь плохая, и чтоб не быть лохом, надо найти себе лоха. Просто голову включай, лады, братишка, мир. Кстати, заходи играть со мной на серверок Радмир. Это не казино, чини ставки, надо просто там играть. И чтоб не выглядеть как лох, просто задонать. Купи модную машину, одежду и панаму. Все будет заебись, все будет по плану. Все идет по плану. Так еще. Все, все идет по плану. Все идет по плану. Все, все идет по плану. Не, так и шо, и чё, ну и чё, я чё, и чё. Не, так а в чём брекчик, в чём суть? То, что я рекламирую что-то, это что, плохо, что ли? Я вообще в этом ничего плохого не вижу. Я рекламирую только то, что действительно заслуживает рекламы с моей стороны, пожалуйста. Я люблю смотреть тебя, люблю твои потоки. Слушаю в наушниках и делаю уроки. Не смотрю на смарт-ТВ до ночи постоянно. Ты в моих ушах, даже когда я моюсь в ванной. Верю всем твоим словам, ведь ты мой кумир. Задонатил 10 тысяч долларов на размер. Поиграл с тобой разок и перестал тут заходить. Как же мне тогда хотелось тебя зарубить. Но ты же такой сильный и такой крутой, что я вновь решил следовать за тобой теперь. В GTA 5 RP, где у нас есть банда. Когда в тюрьме, ты ношу тебе баланды. Купили мы коттедж, оружие, машины. Впереди наш ОПГ ждут новые вершины. Надо, надо, надо еще попросить у мамы. И блин, будет круто, все будет по плану. Ну, все правильно. А че там? Все круто, да, а че? Че такое? Причем тут вообще? Ха, Радмир, причем тут чел? Что за брат? Вообще не понял, посыл видео. Ты сейчас, ну, спел про то, что, в принципе, я, ну, как бы, любой человек и так понимает, знает. Как бы, да. Как бы и так все прекрасно знают, и вообще, как бы, что такого плохого, что челы заходят на Радмир или еще куда-то там, донатят туда деньги. Это их деньги, они что хотят, то и делают же. В этом нет ничего плохого, если есть деньги, почему не задонатить на то, что тебе нравится, скажем так. А Радмир это вообще самый лучший КРМП, это Ассер. Родной, так песенка не про оскорбление. Это же постерония. Да. Ты лучше скажи, как тебе? Ну, я тебе могу сказать так, вкратце, чтоб ты не обиделся и по факту. Хуйня ебаная. Говно, насрал. Опять микрофон насрал. Потратил деньги на микрофон и насрал у него. Дурак. А если по факту, да, так ценить со стороны адекватности, ну, пусть, пожалуйста, оценит. Вот, пожалуйста, брат. Да. Я цех поставлю, все, хуй-то. Брат. Ну, как сказать, брат, да. За старание плюс, а за концепцию минус. Концепция, как всегда, нулевая. Все. Пацан нулевой. То есть концепции нету. Песня нулевая. Все. Батя лох.